Так, 17 октября 2019 год, Харьков, 14.56 по Киеву и 24 по Цельсию. Вот такие у нас октябри. Я такого не помню. Надеюсь, что это не из-за маразма. А у меня в доме, в квартире двое суток уже как включили отопление. Как говорил товарищ Эйнштейн, две вещи бесконечны. Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет первого я не уверен. Сплю с открытыми окнами. С открытыми дверями. На работу хожу в тапках, а дома батареи горяченные.